Радость приходит в разных пропорциях. Быстро, степенно, даже в эмоциях. В праздник, подаренным свежим букетом или улыбкой, наполненной светом. Как и на чем в жизни радость мы строим? Чем свою душу мы поим и кормим? Где основания жизни, проекты? Или одни только эксперименты? Может быть, радость достатка, избытка? Ну а кому с добрым утром открытка? Кто-то с улыбкой свой день начинает, а вот кому-то и солнце мешает. Радуясь, кто-то поет под луною, есть недовольный своей судьбою. Жить на эмоциях, с ветром кружиться, даже с собой невозможно ужиться. Радость, которая в сердце родилась, славой небесной в устах отразилась. Это есть счастье, тепло и уют. Радость, такую желают и ждут. Божья радость и радость мирская, разного рода и та, и другая. Что мы имеем и что выбираем? Счастьем владеем или чувства играем?